9 июля 2021 года. Вот они, первые мои хосточки, мышиные ушки, начинают цвести. И вот есть уже посетители. Оса прилетела. Правда, и другие хосты уже собираются бутоны выдавать. Но вот это чудо. Как же я люблю мои хосты. Пусть и не такое разнообразие, но они очень любимы мною. О хостах есть статья, не хочу повторять содержимое статьи, так как это не мой материал. Можете прочитать в описании к видео информацию о хостах. У меня есть много видео по хостам. Не буду повторяться, поэтому советую заглянуть в эту статью, где вы узнаете, как правильно посадить хосту, когда обрезать цветоносы, как правильно ухаживать за хостами, когда стоит пересаживать и как обеззараживать инструмент при деление куста. Мои хосточки, наверное, как и у многих любителей, страдают от слизней, от улиток виноградных. У нас очень много их. Но кроме этих вредителей, самый главный мой вредитель – это моя собака Хильда. Ну и в продолжении видео здесь побывала Хильда, обратила внимание еще на шествие на мои хосты, и ей для того, чтобы уничтожить куст, надо несколько секунд. Теперь моя задача — не расстраиваться, если Хильда перейдет на вот эти мои хосты сортовые. Печальная история. Здесь было два шикарных куста высотой где-то 70 сантиметров. Ну, вот все, что осталось.